прошлой программе 100 градусов Цельсия мы стали свидетелями начала небольшого, но очень громкого во всех смыслах инцидента. Слышишь, собирай! Ты же не видишь, куда идешь, глаза разбуй, дура! Собирай! Ну, ничего, что ты, ничего, что я люблю тебя лицом! Сидят. Ничего, что ты смотришь! Я посмотрю, а ты сперёшься! Я не смотрела! Да! Собирай! А ты, чем платишь? Это программа 100 градусов Цельсия. Сегодня Харьков находится в Киеве. Мы находимся возле Национальной оперы Украины. Если вы эстет, если вы любите искусство, если вы творческий человек, вы просто обязаны сюда сходить. Но у нас еще имеется одна опера, где собрались наши герои. Ресторан «Опера» – один из проектов «Люкскарт», расположен в самом центре Киева. Заведение класса «Лакшери» является одним из наиболее востребованных в столице. Сейчас нужно срочно съездить на ферму, вот, уточнить, как там у нас успевают ли наши подрядчики с поставками нашего мяса, выросли ли наши бычки. Согласен? Конечно. Один за всех? И все. Как Портос, Портос и Арамис. Люкс-карты. Вернемся на некоторое время в Харьков, обратно в Элион. Управляющая заведением Ирина пытается разобраться в конфликте. Вик, скажи мне, пожалуйста, что с тобой происходит в последнее время? Я за тобой наблюдаю, ты какая-то сама не своя. Все нормально. Вик, ну что значит все нормально? Все ты... нормально. Смотри, ты ругаешься с официантами, ты постоянно с ними конфликтуешь. Я не ругаюсь с официантками, просто тут некоторые не умеют работать. Дослушай меня до конца. Дослушай, а потом будешь возмущаться. Ты разбила уже 3 разноса посуды. Вы же за нее платите. Неужели тебе не жалко своих денег? Это не я разбила. Мы сейчас к этому вопросу вернемся. Потом посмотри, как ты разговариваешь с другими людьми. Давай спокойно сядем и поговорим. Давайте я просто буду работать, а мы не будем разговаривать. Так вот, чтобы ты качественно и хорошо работала, как минимум нужно разобраться, что с тобой происходит. Где проблемы в семье? Надо в чем разбираться. Оденем, чтобы не влезть в какашки. Паша, что это такое? Пивное сусло, которое кормят коров, смешивая пивное, зерновое и отруби. Это все смешивается, этим откармливают бычков наших. Надюш, я знаю, что у вас здесь что-то произошло, да? Конфликт какой-то был. Вообще, какие у вас отношения? То есть вот так вот выбила я сразу с конфликтом. Нормальный вообще вот человек работает в коллективе? Многие жалуются. Вика себя как-то сильно по-хамски ведет. Как-то у нее нет такой помощи вот в коллективе. В принципе, она работает неплохо, но какие-то вот личностные отношения.
не складываются. Да, не складываются. Надюш, ну я все поняла, услышала. Подумаю, как поступить правильнее. Решение какое-то мы примем. Я попробую с ней поговорить. Очень прошу тебя в таких ситуациях не реагировать агрессивно на конфликты. Помни о том, что если ты повышаешь голос или вступаешь в такую дилемму, то ты автоматически битву проигрываешь. Виталий Викторович, красавчик, рада тебя видеть. Ты такой крымский, солнечный, транзитом. Да, да? Оранжевое лето. Голубоглазый мальчуган. Как дела с персоналом? ЧП было одно, мы взяли девочку. Она достаточно быстро, хватко вошла в курс дела. У нее начали возникать проблемы в трудовом коллективе. У нас тут чуть ли драка прямо в зале не произошла. Пришли официанты и сказали, либо мы, либо она. И она действительно невыносима. Ее мы уволили. Надя работает, все в порядке, справляется. Как дела в Ля Море, расскажи мне. Сеть летних кафе на ЮБК «Ля Море» также является одним из проектов управленческой компании «Люкскарт». Мы успели к сезону подготовиться, мы успели открыть пляж, мы успели открыть дискотеку. Шикарный навес для отдыхающих. Возле каждого шезлонга у нас есть столик, чистый пляж. Официанты обслуживают этот пляж. Отлично. Поэтому... Всегда классно. Я бы с удовольствием бы с вами. Но у вас командировка запланированная, поэтому вы приедете. Обязательно. Купальник я уже приобрела. Обратите внимание, друзья, у нас сзади находится порода коров под названием черный ангус. Абердин ангус первоначально происходит из пастбищ в Шотландии. Там эта порода была выведена более 100 лет назад. Генетически принимаются черный, красный или коричневый цвет животных без рогов. Абердин ангус широко известен своим нежнейшим мясом, которое считается одним из самых лучших для приготовления стейков. Вот здесь находятся наши бычки. Это мясная порода ангус абердина. У них низкая посадка, они более мощнее, у них бедро больше. 320-350 килограмм – это уже как раз годится бычок, чтобы был правильный стейк. О, ты мой красавчик, улыбается. Сегодня мы посмотрели на бычков. Сегодня мы помиловались невероятной погодой и атмосферой, которую подарила нам эта ферма. И мы искренне, всей душой ждем этих бычков к нам в Харьков в гости. Это была программа «100 градусов Цельсия». Свой среди своих. Люкскарт. Что касается этого бокала, мне не очень нравится, что очень избитая форма. Смотрите в следующей программе. 120 килограмм. 95. А я пока ознакомлюсь с продуктами, поэтому не надо мне мешать. Хорошо?